В рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» в многофункциональных центрах Московской области продолжается расширение услуг, предоставляемых дистанционно. Но в связи с этим возникает проблема выдачи документов, которые успешно решают в МФЦ Ленинского района. Ежемесячно до 30 тысяч обращений граждан принимается специалистами многофункционального центра. Но если сделать заказ на оформление тех или иных документов можно с помощью интернет-портала «Госуслуги», то получать готовые документы все равно необходимо лично. Теперь этот процесс станет более удобным. Для комфорта заявителей мы открыли 5 дополнительных окон в нашем МФЦ. В отдельном зале, естественно, раньше это было в общем зале, в зале оказания услуг всех на втором этаже. Теперь это на первом этаже, в отдельном зале, отдельный зал выдачи. Теперь здесь обслуживается более 500 граждан ежедневно. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя составляет около 5 минут при стандарте в 15. Естественно, граждане таким положением вещей довольны. Все замечательно, мне очень с ними нравится. Я постоянно сюда ходила, специалисты очень хорошие. И окон много, и очереди такой уже как таковой нет. И мне нравится еще отношение к людям. Мне это нравится. Я сюда часто прихожу. Быстро и комфортно. В настоящее время на базе МФЦ предоставляется более 300 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Появление отдельного участка выдачи документов актуально еще и потому, что количество услуг постоянно увеличивается. Добавляются услуги. Вот в июле месяце у нас добавили еще услугу «Карта стрелка», которая тоже количество услуг в день проходит максимальное. Через портал госуслуг заявители подают заявление, естественно, приходят эти стрелки получать у нас. Мы выдаем эти заявления, все документы. Зал выдачи документов работает в том же режиме, что и остальные подразделения МФЦ ежедневно, без выходных, с 8 до 20 часов.